Опасные повороты, большая скорость и сложные маневры. Больше 3000 зрителей собрались на первый автофестиваль в Таразе. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции. А на выставке автомобилей горожане увидели раритетные авто. Во время самого автошоу 20 автовладельцев продемонстрировали тюнинг своих железных коней, быстрый старт и дрифт. Если на следующий год будет такое мероприятие, обязательно я буду участвовать. Драйв, эмоции, да, пошумим, подымим. Итоговые выпуски смотрите в 7 и в 9 часов вечера, а у нас к этому часу все. До свидания.